В Ненецкий округ доставили новый пассажирский катер на смену теплоходу «Исавей». По муниципальному контракту между МГУ «Северное» и Костромским судостроительным заводом в регион доставлено речное судно КС-110, которое будет осуществлять перевозки людей по округу. Подробнее в сюжете Натальи Кисляковой. Пассажирское судно КС-110 подбирали специально для условий нашего региона. Даже в зимний период катер можно без особых усилий при помощи трала поместить на берег и провести необходимые ремонтные работы. Для удобства пассажиров судно оборудовано автономными подогревателями. Это судно, во-первых, менее подвержено ветровой нагрузке. Выход в рейс разрешен до 17 метров в секунду. Плюс оно мелкосидящее. Скорость судна составляет до 30 км в час, что не требует дополнительных обучений капитанов. Выход на необорудованный берег оборудован спуском с выходом на необорудованный берег. То есть все параметры, которые необходимы для данного местонахождения и условий заполярного района. Самый дальний рейс до деревни Тошвиска. Новый катер способен за 8-часовой рабочий день прибыть на место и вернуться обратно. Раньше этот путь занимал 2 световых дня. Это пассажирский водометный катер КС-110-032А на 30 пассажирских мест. Заказывали этот катер за место ИСВ, устаревшего уже, отходивший свой век, так сказать. Он быстроходный. По крайней мере, будет выполнять рейсы в течение одного светлого дня до деревня Тошевская. Судно полностью оборудовано. Стоят дополнительные аварийные контроллеры, автоматическая система пожаротушения, гидравлическое рулевое управление, дополнительный генератор, камеры видеонаблюдения. Также есть кабина для персонала, туалет, душевая 2 в 1, небольшая кухня и даже холодильник. Соответственно, различные датчики, дополнения там, всего остального, то, что предусмотрено уже непосредственно правилами речного регистра, здесь уже на этом судне есть. То есть дорабатывать больше ничего не надо. Все, судно наготово полностью под регистровые правила. То есть, все, грубо говоря, у нас оно уже прошло первичное, первичный осмотр уже регистра. То есть все, документы у нас, в принципе, рабочие на нем уже есть. Добавлю, пассажирский катер готов к эксплуатации. Жители могут на нем пройти в населенные пункты округа уже в следующем году с открытием навигации. Наталья Кислякова, Владислав Москин, телеканал «Север».